Учащиеся 13-й начальной школы имени Мухаммеда Искужина этот день запомнят надолго. Они стали участниками экологической акции по посадке саженцев. О неравнодушном отношении к природе ребятам и другим горожанам будут напоминать деревья. Мероприятие приурочено ко Дню Республики. Решение об озеленении территории 13-й школы было принято исполкомом Курултая-Башкир. Экологическая акция проводится исполкомом Курултая-Башкир ежегодно. Это наше традиционное мероприятие, и мы его посвящаем всегда Дню Республики, чтобы наша республика процветала. И ежегодно мы сажаем деревья в разных учебных заведениях, в детских садах. Мы сажали в Башкирской республиканской гимназии номер 3, в детском саду номер 8 Айгуль. И в этом году мы решили подсадить красивые деревца в начальной школе номер 13 имени Мухаммеда Искужина. Посадочный материал для проведения акции предоставлен администрации города и станции юных натуралистов. Экологи считают, что акция организована своевременно. Пришкольный участок нуждался в обновлении. Мы посчитали, что поскольку здесь в основном преобладают березы на территории этой школы, что необходимо, ну и тем более они уже зрелого возраста достаточно, пораженные даже некоторые деревья водянкой на сегодняшний день. Вот. Поэтому посчитали, что необходимо восполнять постепенно вот эти вот угасающие, скажем так, деревья. Соответственно, из этих соображений мы приготовили именно саженцы березы в первую очередь, вот, в большем количестве. Ну и, конечно же, для декора, так скажем, для украшения территории необходимы и рябинов. Ребята вместе со взрослыми посадили десятки берез и рябин. Одни подносили саженцы, другие копали лунки, третьи носили воду. На помощь младшим школьникам пришли и старшие товарищи из Башкирской республиканской гимназии номер 3. Айнур Кадимов когда-то учился здесь в начальных классах. Он говорит, что очень приятно приходить в родную школу и совершать полезные дела. Я охотно вместе с друзьями пришел в эту школу, чтобы помочь нашим маленьким друзьям, нашим учителям и Курултаю. Это все делается на пользу, так как мы помогаем природе, сажая эти маленькие деревца. И также показываем пример нашим маленьким ребятам. Рады проведению акции и хозяева учебного заведения. Территория, имея зеленые насаждения, с годами не утратит свою красоту. Тем более, что школа находится в центре города. Такое объединяющее мероприятие. Все с удовольствием пришли, никто не отказывал. И наша школа красивая, территория ухоженная, но мы бы хотели, чтобы она была еще лучше, еще краше, и чтобы мы все гордились нашей школой. Учащиеся и педагоги 13-й начальной школы обещали организаторам акции ухаживать за саженцами. В завершении мероприятия – традиционное фото на память. Айгуль Мухаммедшина, Сергей Николаев, новости.